то есть я могу открывать? Да, да, потом посмотреть, что выпало. А потом посмотреть, что выпало? Да, ну ты так знаешь, сколько здесь денег въебёшь. Так я так и планирую. Ты да? думаешь, я не зарабатывать сюда пришел, бля, в эту уебищную игру, блядь? Точно покупается, да? Я зарабатываю уже? Да, 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 да. Как зарабатываешь? Пожалуйста, 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 мне нужен фейд. А какой там шанс? Есть информация? Брат, ну так как ты стример, Габен... Подкрутит, я думаю, да? Разжалуется, да. Разжалуется, бля, ябеда, ебаная, блядь. У меня точно нормально все там закупается? Выпало, выпало, слышишь, иди че. Выпало! Да, да. Погнали, нахуй. Не, ну что-то выпало, 100%. Я... Ебать, сколько ширпухи, бля, ебаный, бля. Я так понял, там шанс вообще ебанутый, да? Мне похуй, я и выбью. А че так дешево тогда стоит, блядь? Зарки, дай мне этот рейтофер. Ебать, спермы насыпало на губы, бля, просто град и спермотный, блядь. Погнали, бля, похуй. А чё я уже активировал звезды, они меня... А, они тратятся? Ща выбьем, нормально. Ща еще должен Делайт зайти, у нас с ним должна быть битва кейсов, блядь. Сейчас я нахуй себе набью, блядь. Шишку, блядь. Это на открытие сколько получается тратится? Несколько миллионов, я думаю, нормально так. Ну чё, хуйта ебаная, блядь. Там Делайт написал, идем. Да, да, братан, идем, конечно. О! Фей! Практически. А где он? Сам первый, брат. Тебе выпал Global Offensive, брат. Что значит? Ахуеть, крестка выпала. Ключ? Балдеж. С переводом на русский. Хуя у тебя зафанило, блядь. Стой, 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 стой. Чё? Тебя что-то как начало рвать, блядь. Sound distortion произошел жесткий, блядь. Алло. Ты как Валли, бля, робот, блядь. Брат, чини себе игру, Хонор Хантер. Все другие скины переведены на русский, а Global Offensive не переведен. А нахуя переводить? Это классика легендарная, братан. А как сразу больше звезд, бля, купить? Еще что, тысячу, блядь. Ну, по разу так вот придется покупать, наверное. Блядь, если не выпадет фейт, это просто пиздец. Да, это прям не повезет. Пиздец? Да. Подожди, а в цене будет расти? Мне кажется, будет. Почему так дешево, блядь? 120 тысяч, блядь, за такой шанс маленький, нахуй. А есть скин, который выпадал очень редко, но он очень дешевый. Нет. Ну, типа, цена зависит полностью от, ну, от шанса. Тогда расти будет, наверное. Если только потом что-то такое не видно. Я просто не понимаю, может, первый, по-моему, за 120 или за 130 тысяч ушел. Хуй знает, чего, блядь, это писать. Брат, не видно. Прямо за мной, нихуя! Это нихуя! О, я вовремя зашел, слава. Прямо завода, блядь! Прямо! Ну, брат, тебе еще мигалка выпала! Кто? Мигалка вон какая-то. Рыгалка? Где? Мигалка. Довольно справа. О. Прямо завода! Ебать, слава нахуй, сколько стоит? Мигалка дешманка, блядь, ебучая, блядь, шалава, блядь. А где музло-то, блин? Брат, а сколько вот этот фосфор стоит? Пес, она красивая! А, у меня выключилась земля! Брат, сколько стоит, сколько стоит? Блять, не знаю, сейчас смотрю. Прямо с завода, сколько интересно. Я думаю, что дешево. 15, последнее было продано за 15. Ну ты оставь, она по-любому... А мигалка, до этого за 25 еще продавали. Я, естественно, оставляю. Ты прикалываешься? А мигалка? Мигалка дешманка, бля, как банка шпротов, нахуй. Хуйня, блять. Балдёж, бля. Так дайте просто ради интереса выбью скины вот эти. Мне кажется, они прикольные. Тут это хуйня полная. Крафт ВП можно сделать? В смысле крафт? Делайте надо было. Чуваки, а, крафт возможно реально делать. Ёбаный сыр, блядь. Да, согласен, это пиздец, какой крутой бонус для вас. При пополнении по промокоду RAWFALLS2020 вы получаете 35% бонусом. То есть, закинув 1000 рублей, вы получите 1350, а это уже пару кейсов просто благодаря бонусу. Спасибо тебе огромное, дядь, пизда, бля, я свой рот вертел, бля. Да ладно, это еще не все. На сайте MyCSGO вы можете найти более 100
100 разных кейсов. Поэтому, если у тебя в инвентаре полный шлак и ширп, залетай на MyCSGO, где ты урвешь крутых скинов. Также помимо кейсов, тут есть сражения, апгрейды, карточки и контракты, а также многое другое. Поэтому шансы, что уйдете вы с хорошими скинами, ой как велики. Поэтому не упускайте свой шанс, а залетайте в описание. Там есть ссылка и, конечно, промокод, который стоит использовать, и будет у вас крутой инвентарь. Я буду, Воксон, здорово! Здорово. Ебать, это гениально. Брат, слышишь, у меня не выпало МК синяя, блядь. Здорово. Прямо я вижу, завода, блядь. Я вижу, жестко. Охуенно. А вот, посмотри. Я давай, уверен, да, что вот это дерьмище, оно будет, знаешь, типа, с редкими нулями. Я вот прям... Не-не-не, 003. Подожди, сколько? 0.00? Не, 0.03. А, ну вот видишь. Ну это, я думаю, можно на АВИК. Я, знаешь, я хуй знает, сколько на завода, блядь, она вся покоцанная, блядь, наверное, с ВАЗа, блядь, АвтоВАЗ, блядь. А вот, я же говорю, вот поэтому здесь нули решают. Брат, сделай крафт потом. Вот нули реально решают. Да, я сделаю крафт, я сделаю, блядь, имба, нахуй. Я все равно с эской не стреляю, блядь. Чё там, нули, да? Сколько кейсов за последнее время открыл, и что тебе упало? Ничего, я открыл кейсов 600, мне вообще не падал нож. Брат, та же самая история, 500 кейсов? Мне вообще перестало падать все. Мы зарубимся на клыках сломанных? Давай. Сколько, 100-200? Давай, наверное, начнем с сатена. Давай. Сейчас тогда я приоткрою вот это. И мучу дальше. Бля, давайте втроём. Это балдёжный? А чё у него? Да, все балдёжные. А ты, Карабуля, ты с нами? Ну, я, если третий можно было бы улетел, но там, мне кажется, не хватит на экране места просто для троих. Это дорогой? Дэрил. А, не все Дэрил, блядь. А какой мне выпал тогда? Слава. А, ну мне вроде нормальный, вот этот, космический. Славик, посмотри, там есть чувак с гондоном на голове. Ну вот я его хочу, гондонио, я у меня погонял, а гондонио будет, блядь. Я буду на нефть загонять, вот он, гондонио, блядь, номер К, блядь. Ну-ка. Пожалуйста, гондона дайте мне ебаного. Это что за шлюха, блядь? Старший лейтенант. Старший лейтенант! Я у него в рюкзаке там, слышишь? Это новые предметы добавили в кайф? Бля, мне вот это бомжа не надо, бля. И вот эту прошмандовку, бля, нахуй. Мне вот это вот эти зализанного, бля, кренделя, блядь. Резан, бля. Гондонио. Да ёпта, бля! Бля, макака, блядь! Да, чё там? Дважды. Не, вначале, бля, прошмандовка, а потом этот хуй выпал, бля, бородатый, блядь. Инсайдер, бля. Макака. Гондон! Гондонио! Найс, блядь! Сразу ставь, брат, за мини-дельтеров, сразу ставь. Я буду на гондонио бегать, бля, слышишь? Хорош. Такой мемный, на самом деле. Не, гондонио реально респект. Бля, а что в этой особенном? Вот это было? Да, это ты ютубер? Спрей-паттерны. А? Ты ютубер? Да. Прикольно. На Твиче, да? На ютубе и на Твиче. А. Если что, он шуткует тут жестко. Мак, давай, жестко можешь кинуть какую-нибудь? Мак. Кинуть нет. Кинул. Мага не кидает, он завязал, блядь. Охуел. Москва его изменила, блядь. Я думал, что он сейчас прогиба пошутит. Типа кидает через прогиб. Прогиб, блядь. Да, ты про это, да. Да, не, я же говорю. Так, ну ладно, надо пойти кисы покупать. Да, давай, сотку берем. Да, то в жопе, ребята, в жопе, блядь, то только не было, блядь. Только мы, мне кажется, сейчас. Пока да, пока, судя по луту, только мы. Кто в сперме, блядь? Ебать, там прикольные перчаточки есть, зелененькие. Понятно, все, давай тебя выберем. Нормально, все, меня уже поймели. Блядь, что стоит? Ну, 1004, наверное. Не-не-не. Не, мне кажется, сейчас побольше. Не больше полторушки. Мне кажется, сейчас дороже еще. Не, полторушка. Какое качество? Мне кажется, все вообще закаленные в хуях, прям в диких, блядь, таких. Не, там наоборот хорошее качество. Мне вот упал такой. Думаешь? Опа, смотри! Сказка, блядь, на туре, ёпта. Реальная сказочка. А где? Я не вижу. Он у тебя самая первая самая пушка. Не, это качество, а если... Это поношенное качество, это хуйня. Поношенное? А, да. Это говно, забей. Сейчас я должен найти... Блять, ну это не то, дайте нож, ну ебаный сыр. Бля, почему инвентаря нет? Типа инвентарь лагает или что? Бля, я ценник не знаю, пацаны. 800 стоит, да ну не пиздите, бля, ну какие 800? Не, серьезно, я закаленный сегодня утром продавал за 800. Реально? Да, это не ровно. Я твою... выбил, а сколько твой стоит? Слава, если нужно, я могу ценники говорить. Давай, братан, давай, я буду очень тебя. Короче, твой глок 1800. Найс.
А его сказка? Его сказка. Что у тебя за качество? У меня 425. Я уже глянул, допустим. Так, 800. А твоя? 425, да? Да. Да ебаный сыр, блядь. Бля, я так хочу, чтобы вот желтая иконка появилась. Три раза? Да, три раза уже. Мать твою, ну за что? Три раза? Да бля! Вот у меня так же, только три раза, прикинь. Хуя, ну дразнит, бля, мразота ебаная, даже не показывай, блядь. Бля, а Ункер выпал тоже, пиздец вообще. 20-16, а у вас плюс 4 часа, да, пацаны? Да хватит береты давать, дай что-нибудь нормальное. Ебаный чизкейк, блядь. Блин, чизкейк захотел малиновый. Ой, да блядь! Ну ладно, хотя бы так, что там? Сказка, бля, ебейшая, бля, не прямо с завода? Ну хуйня, по-моему, немного по носу. Скажи качество. Это... после полевых даже. Ой, нихуя. Экзоскелет. Ты выбиваешь одну перчу, одну, а потом вторую. Иди на вторую, бля, просто бегаешь, бля, одна рука, бля, босая, просто, бля, ногти торчат, ебать, рай в перчатке, бля, балдеет, греется, блядь. Да, понятно. Ну это прикольно. Найс! Ой. Сюда! Бля! Let's fucking go! Сколько это? Че по качеству? Поношенное, кстати, брат. Поношенное. Сюда! Бля! И че стоит? Сейчас скажу. Так, стоит поношенное. Ощущение на сын. Ебаный. 3300. 3-3? Сколько? Че-то 3-300. Как-то дешево они, бля. То, что хуйня скин. Бля, ну по-моему нормальный скин хуже. Слушай, ну я так понял, это ну такой себе кейс будет, потому что он уже в цене пиздец как упал. А брат, ну потому что они же их, условно говоря, бесплатно покупают. Ну понимаешь, типа, люди пытаются. А, за вот эти. За звездочки, да. За звездочки, блядь. Я так и понял. Ты завтра проснешься, он его уже, бля, бесплатно раздавать будет. Лучше сейчас нахуй такой продавать. Да, я, кстати, вот пока. Там ценники так падают, братан, ты пиздец. Да, да. Сюда этот лут! Ну, блядь, а мне-то где, сука? Сперма ёбаная! Ебать. Брат, смотри, сколько стоит. Какое качество? Сейчас посмотрю. После полевых. 55 тысяч. Ебать! 55! Бля, брат, без шуток, продай прям сейчас, нахуй. Ой, блядь. Кайфу немножко. Всё. Потом просто так упадет они по-любому упадут просто потом. А чё, вторые слабо сразу выпить, нахуй, выпить, блядь? Прям балдёж, это прям залпом, то, блядь, что нужно было. Это прям то, что нужно было. Ебать, яички балдеют, это лайк. Брат, давай теперь твоя, блядь, очередь, родной, твоя, пожалуйста, очередь. Пожалуйста, Гейб, ну ты уже все увидел, блядь. Прости меня за все, блядь! Отдай мне, сука, блядь! Чел пишет мину... Надо перчи от тебя теперь, блядь, тоже. Пожалуйста. Подсолбать, у меня руки дрожат. Еще и 5-7! Ну все, там считать, блядь. Сколько 5-7 там, я забыл? Нет. Ну, блядь, здесь, да почему качество... такой лузер, блядь? За что, нахуй? За что? Закалёнка. Он столько стоит, 690. Да? Он дороже стоит? Да. Последние 20 у меня, братан. У меня тоже тут уже последний залетает. Ой, ёпта. Ну почему я такой лох-то, блин, ну за что? Не-нет, брат, затише перед бурей, просто забей. Не тильтуй, просто... Все, давай. Просто, знаешь, нужен позитивный вайб. Мысли материальные. Да, перчатки, да, перчатки. Да, да. Я уже забил, понимаешь, брат, ты тоже, просто забей. Ты уже охуенные забил. Перчатки, Condition Zero, блядь. Балдежные, блядь. Старая КС-ка выпала, блядь, Санью. Ну, кстати, красивые, блядь. Бля, у тебя окупилось все. Мы должны, Слава. Давай. А там столько не... там раз в неделю выдают бы одним перчаткам, блин, на регион, блядь. Тебе надо просто сосредоточиться на них. Давай. Хочу перчатки. Просто поверь, просто... Очень хочу. Я вот так отворачиваюсь, блядь. И перчатки. О, еще один сотрудник был уберет. Так, сейчас, Слав, я закину бабки на этот. Блядь. Да блядь! Вендетта! Может, из-за того, что у меня хранилище Гейб Хуйло называется, блядь. Гейб, братанчик, блядь, я извини, если что, это, блядь, по-дружески. Я извини. О-о-о.
Оу! Залупа ссаная, бля, ебаная, бля! Закаленная в сперме, бля, единороги, блядь! Серьезно, закаленная? Да, закаленная, наверное, мне кажется, да. О, братка, я закинул бабки. Летим дальше? Пиздец, а как так это работает? Ёб твою, бля. Закаленная не СТ стоит дороже, чем СТ закаленная. А потому что их мало упало, понимаешь, бро? А сколько, братан? Сколько? 646 стоит закаленная, твоя СТ, а его закаленная стоит на 40 рублей дороже, не СТ. Ему тоже обнови, ему сделай 59-400. Ебать, 59-400, нахуй. А мне кондишн Зира ебаный высрался, блядь. Мужики, кстати, завтра, да, мы играем против Na'Vi Junior. Лол, Слава, смотри. Я запустил мираж обычный, и у меня вармапа новая вышла. Ух, нихуя, блядь. А, это вот это новые? Да, я бля, вот они прикольные, братан, понял? Потому что у них вот такая, типа... Так, а как мне на обычный мираж попасть? Никак. А, не попал. А, нет, это другой вармап. Ебать, можно летать между вармапами, бля, кентам залетать, нахуй. Типа такая обнова. Не, ну смотрится, знаешь, так гламурно, я бы так сказал. Вот так вот, на свету. Угу. Базар Зира смотрится охуенно. Типа, видишь, белое с красным. Ну, мне кажется, белое с синим бы лучше смотрелось. Готово, братан. Поехали. Давай, порадуй меня. О, дигл упал еще. Порадуй папочку, бля, порадуй большой пенис, блядь. А это дорого стоит, интересно, по-моему, тебе? Порадуй меня, не стесняйся. Сейчас посмотрю. Ух ты, блин, порадовал, да, залупой. Залупой ебаный, блядь! Паскуда, бля, габен, сука, ебучая. 30 рублей стоит этот бронзовый дигл. 30. 30? Да. Какая же залупа, а? Да не, нормально в целом. Ой, блядь, позор ебаный, блядь. Ёб твою, меня пацаны нахуй на районе застебут, блядь. Да вот за такую хуйню говно выпало, блядь. Мне кажется, тебе надо было тогда остановиться. А, ты же прям завик, да? Ты завик. Да, я вот прям ОБ пока не выбью, мне вообще похуй. Я с места не сдвинусь, блядь. Погнали. Чё, кейсы? Угу. Да. Говно ебаное, бля! Угу. Зато на кейсы трачу. На нахуй. Говно ебаное. Уже эти галили, мне кажется, будут сниться во снах. А мне эти P250 ебучие, бля. Галили! Ну, сука! Дай нож, падали, ебаное, блядь! У них студия, наверное. Опа! Чё? Опа-на! Ах ты, сука, блядь! Ой, блядь, как ж тебя льёт-то, я ебал. Блядь! Пиздец! Ребят, завтра так, в перерыве между игрой с Na'Vi буду крафтить. Буду крафтить градиент. Если не выпадет, буду крафтить, похуй. Я сказал, что он у меня будет. Если я что-то захотел, бля, я это сделаю, нахуй. И вам того же желаю, пацаны, чтобы вы, бля, ставили цели и добивались их, блядь. Шли к своей мечте, так сказать. Жили, бля, проживали свою лучшую жизнь, блядь. Это, сука, так важно, бля, потому что жизнь одна, блядь, и, как говорится, хуй его знает, что там, бля, дальше. Информации нет. Ой-о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 й-
Ну чё, как успехи? И успех только один упал, бро. Славе или тебе? Лучше всех, братан, бля, сперма на губах, бля, сохнет, бля. Эти чубрики будут просто их сейвить, типа, и потом, ну, заходят. Да блядь! Паскуда, тварь, сука! Меня не обзывай, Лайт. Ай, тебя. Ну дай-то АВП, ну чё, тебе жадно, что ли, ёпта? Золотой висмут. Сейчас, короче, есть вариант сделать изи бабки, только я ебал это, говорит, на стриме. Прям бизнесмен? Ну-ка подожди, мне скажи. Не, не говори, не говори, нахуй. Я не собираюсь. Мне скажи. Там какие-то, блядь, знаешь. Копчук, помни меня, по-братски. Бизнес со скинами, бля. Сейчас, бля, бизнес, пацаны, будет. Бля, братанчик, без проблем. Мне самому битбоксе, знаешь, как в кайф, нахуй. Я помню, у меня раньше батя ходил по квартире, начнет хуярить. Я такой, ебать, батёк, здорово, бля. Мы вместе стоим.